ничего. Помидорчиков посадила. Сколько я? 16 штук. Ну вот дочка тут у городе. Она приезжает раз в месяц, потому что приедет тут отсидеть 2 недели, потом там 2 недели надо. Это сейчас, а то в городе месяц. Внучка не стала ездить, вот уже год как нет. Байдюк Наталья Николаевна, должность моя представитель садового товарищества «Лесок». Первое мое впечатление, во-первых, я никогда за свои 50 лет не ездила на велосипеде, я не умею априори. Когда я приехала в Акабон вместе с Прулеской, привезли этот автотранспорт, для меня вообще был шок. Мы его отсоединяем, вот так его вытаскиваем, заносим в помещение и ставим, получается, его на подзарядку к электросети. На электрическом ходу я боялась, честно хочу сказать, я месяц ездила только на механическом ходу. В дальнейшем быстренько научилась, и все прекрасно, все хорошо, очень быстро, коммуникабельно. Пожалуйста. Я не могу от него отойти. Наталья Николаевна привозила продукты, лекарства привозила. Ну, то есть, как бы, все, что не обратишься, это пожалуйста. Спасибо, есть люди, которые нам помогают. Так, меня зовут Васюкова Татьяна Алексеевна. Я председатель садового товарищества «Мечта». Это 2 года он уже у нас, этот велосипед. Это действительно, ну, очень большая подмога. Туда я даже вам сказать ничего не могу. Это действительно вот так оно и есть. Это было действительно, вот, ну, как радость не только для меня, но и для садоводов. Я уже говорила, что вот на сегодняшний день у нас в зимний период живет около 1000 человек. Сегодня были, меряем давление, определяемся, нужна скорая помощь или нужны просто таблетки. Это самое главное. Евдокия Васильевна, это я. Мы, наверное, зайдем с вами в дом. Идемте. Да, там попрохладнее, я вам померю давление. Я привезла вам продукты. Хорошо, спасибо. Да. Вот как раз после таблеточки посмотрим, что у вас там. Васик. Очень заботится за нас. Если что, она звонит уже, спрашивает, как вы. Ну, бывает по-всякому. Ну, такая я девочка. Нюня, я плачу без конца. Кроме Поплавского еще, или он уже не выступает? Что я заказываю мороженое. Очень хочу мороженого. Хоть и возраст, а все равно хочется мороженого. Ну и теперь велосипед дайте. И пусть она ездит. Да. Ну да. Все, плакать и порадоваться жизни и успехам правнучки, самое главное. Все, все хорошо будет. До свидания. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Все.